Добрый день. Все наши видео так или иначе посвящены садоводству. Есть программа о растениях, агротехнике, защите растений, небольшой цикл, посвященный садовому инструменту. Есть даже рубрика «Очумелые ручки», которая рассказывает о том, как можно украсить ваш участок своими руками. Но еще нет ни одного сюжета, посвященного конечному результату. Нет ни одного видео о самом саде. Мы хотим показать вам один участок, который опровергает утверждение, что в условиях северо-запада невозможно получить цветущий сад, что ничего не растет, мерзнет, болеет и так далее и тому подобное. Немного предыстории. Общая концепция, идея, а также большая часть работы – это заслуга самих хозяев участка. Мы лишь выступали в качестве консультантов, помогали с посадкой и подбором растений, ухаживали за участком первые несколько лет, пока растения приживались и адаптировались на новом месте, ну и, конечно, выступали в качестве основных поставщиков посадочного материала. Все растения были куплены в нашем садовом центре, ну, может быть, за исключением нескольких экземпляров. На мой взгляд, участок получился. Его нельзя отнести к какому-то определенному стилю. Здесь присутствует отголосок старых русских усадеб, много восточной темы, есть кусочек Ирландии, а сортовому разнообразию позавидует любой питомник или садовый центр. Но не буду отвлекать вас своей болтовней, а оставлю наедине с садом. Возможно, вы найдете здесь что-то и для себя.
этом пока все. Мы будем рады вашим комментариям и фотографиям ваших участков, которыми вы сможете поделиться в нашей группе ВКонтакте. Ссылка есть в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!